Up in the sky. Super rad. YGC mode versus. Make a wish for a purpose. Purpose to practice the rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic. Yeah. Kick like bicycle circles. Flow who can't do my thinking. Dang it, langa till it's purple. Overhaul of my circus. City slipping like juggers. Yeah. Rubbing for moisture murder. Checkers around his burgers. Diction vexes with a spit. Ammonia type with a tips. Put in a clean your mind. Glitch stage up for when I'm not shit. Nah. Привет, банда, с вами Варчик, и этот видос направлен не на повышение скилла, не на какие-то там советы, просто на твинке я решил прокачать хомяка, и оказывается, что там просто шок какой-то наделали. Такое ощущение, что весь отдел разработки баланса в игре World of Tanks направил все свои силы на ветку хомяка и максимально упоролись вообще, сделали там такие вообще просто шок-пушки какие-то. На четвертом уровне М5 Стюарт, и у него топовая пушка барабан, однозарядный барабан на 5 снарядов. То есть вы нажимаете один раз выстрел, и оно стреляет 5 раз и уходит на КД. То есть это какой-то просто шок-барабан. По сути, казалось бы, да ну просто барабанчик маленький. Нет, это не просто маленький барабанчик. Ты один раз нажимаешь мышкой, и у тебя в ряд 5 выстрелов идет. И пока ты не попробуешь на этом поиграть, ты не поймешь, в чем прикол. Прикол в том, что если враг едет, тебе нужно все время держать прицел таким образом, чтобы стрелять ему на упреждение. На автоприцеле вообще нельзя стрелять. И фишка в том, что иногда мышку нужно перекладывать. И в момент этой перекладки может вылететь снаряд не туда. А есть люди, которые играют с большой сенсой, и у них просто прицел сильно двигается, там, или коврики маленькие, и им будет явно неудобно играть на этом танке, поскольку мышку нужно вести долго и ровно и плавненько. Ну, не знаю, это было какой-то новый экспириенс в этой игре, поиграв на этом танке. Я очень редко играю в песке, и, ну блин, для меня это было просто какой-то шок. Это было весело, прикольно, смешно. Танк обладает удельной мощностью практически 23, там не хватает буквально 0,04. И носится быстренько, с одного нажатия выстрела 5 раз стреляет. Колотушка такая смешная, 40 альфы, 56 пробития, 78 на голде, быстренько ездит, стреляет просто как какой-то ковбой, который ворвался в кабак и начинает просто палить по всем подряд без перерыва. Это просто шок. Конечно, если встречаешь бронированный танчик, то не очень, потому что пробитие плохое на самом деле, но там бронированных танков на 4 уровне практически нет. Да, и обладает 23 удельной мощности, танчик носится как угорелый. Да и в принципе максимальная скорость у этого танка 65, точнее 64,5, и скорость поворота 44. Носится, крутится, вертится как ужаленный. Стреляет очень быстро, да и обзор на 4 уровне 360. В принципе, поугарать, мне кажется, на этом танке в песочке достаточно будет прикольно. Это не ваш там Т-67 или еще какая-нибудь помойка на низком левеле. Я такое не люблю. Оно не смешное, не прикольное. Ваш Т-67 ватная кастрюлька, тоже быстро стреляет, не имеет никакой брони, башня медленно поворачивается, ну, такое, но оно не веселое. На нем надо в кустиках тыкать выстрел, это не весело, не прикольно, не смешно. А вот это просто весело, прикольно и смешно. Что касаемо следующего танчика на 5 уровне, М7, там все сложнее, он не очень мне понравился.
Т-21 на 6 уровне уже что-то похожее на танчик, и там можно поиграть уже более по-серьезному. Но просто поржать и поугарать на 4-м левеле этот М5 Стюарт, это просто вообще капец. Такое ощущение, что Муразор, проведя уже чуть-чуть больше года, занимаясь балансом игры, тупо весь год занимался тем, чтобы забалансить М5 Стюарт этой просто бешеной колотушкой. Я не знаю, что он там еще делал, потому что все остальное, что он творит, это просто капец. Ни одного нормального изменения за все время, по сути, практически не было. Там где-то, кажется, один или два танка было вменяемо перебалансено, а все остальное, ну, просто бред. Апают танки, то, что им вообще нафиг не надо, и, по сути, циферки вроде стали больше, а танк такой же какашный, как и был раньше. Я даже не буду вам говорить, какие именно танки после апа остались такими же унылыми кусочками какашки, как и раньше. Я думаю, вы догадались сами. Мне кажется, он просто сидел год и М5 Стюарту снарядики в барабан засовывал. Больше ничего. Такой вот, короче, смешной танчик. Не знаю, я поугарал на нем, когда поиграл. Стрим на канале есть на этом танчике. Если хотите, можете посмотреть. Он был, в принципе, не так уже давно. Также есть розыгрыш в группе ВКонтакте. В субботу будет разыгран танчик премиумный Пантера М10. С вами был Арчик. Играйте красиво. Жмите лайчики, колокольчики. Пока. Glitch deja vu when I'm not shit. Nah, did you see me? I'm like a genie. Your mind is subconscious, defeated on your memory. Ripping lyrical line, rips, chicks, medical bomb rips. That's the remedy from the bird watching 40. Gets murder recorded, so be your spirit in the fist like Scorpion. Perfect written my words on the paper while I'm inserting shit.